Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусный компот из черной смородины самым простым и быстрым способом – без стерилизации. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Первым делом отмеряем смородину и сахар. На 1,5-литровую банку взвешиваем 300 граммов смородины, 150 граммов сахарного песка. Затем берем горячую простерилизованную банку, высыпаем туда смородину, добавляем сахар и заливаем кипящей водой прямо с плиты. Вода должна доходить до самого края банки, даже чуть с горкой, чтобы при закрытии крышкой она немного пролилась. Компот сразу закатываем стерильной крышкой. Вращаем банку, чтобы растворился сахар. Ставим ее вверх дном и накрываем чем-то теплым. Дальше приступаем к следующей банке. Важно банки закрывать поочередно, чтобы не нарушался температурный режим. Когда все баночки будут закатаны, укутываем их дополнительно. При этом банки нужно максимально придвинуть друг к другу. Оставляем их в таком состоянии до полного остывания. Не меньше, чем на сутки. Вот и все. Очень вкусный компот из черной смородины готов. Он хорошо хранится даже при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.